Я так думаю, что я даже не только так думаю, я уверен, что надо снимать кино про войну всегда, каждый божий год, если есть возможность это делать. Насчет ремейков вопрос достаточно сложный. Не всегда ремейк может быть лучше, чем оригинал. Но тем самым, допустим, если брать фильм «Зори здесь тихие», это мой любимый фильм в детстве. Я ходил раз 6-7 на него. Мне было лет 12. Как раз на пик пришлось моего такого юношеского становления. И я думаю, что замечательный был фильм. Не знаю, что получится в ремейке «Зори здесь тихие». Я вообще не люблю ремейки, на самом деле. Я люблю все оригинальное. Я не очень люблю, когда переигрывают, например, мой любимый ансамбль «Битлз», и также я не люблю, как переснимают иногда фильмы. Вот просто, к сожалению, все ремейки, которые были показаны за последние там, 6, 7, 8 лет, которые я наблюдал на телевидении и вообще в кино, они меня не впечатляли почему-то. Лучше снимать что-то новое и совершенно на... Может быть, если военная тема, она должна быть новая, понимаете? Я думаю, что это самое главное.